Протаранила таксиста на улице Мира отчаянная девушка на Мазде. Дама врезалась в иномарку, а затем ее автомобиль оказался на боку. Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения. Детали в рубрике «Видеорегистратор». На улице Мира девушка на Мазде на ровном месте не справилась с управлением и въехала в таксиста на Kia. После удара Мазда упала на бок, а Kia врезался в дорожный знак. По словам инспекторов, никто в ДТП не пострадал. В Кирове во дворе водитель грузовика Volkswagen ехал задним ходом и не заметил припаркованную белую Toyota. Судя по видео, виновник ДТП не почувствовал удар и скрылся с места происшествия. На перекрестке улиц Воровского и Попова водитель темной иномарки пытался перестроиться направо, и когда выдался подходящий момент, он резко нажал на педаль газа и врезался в попутную легковушку. На улице Торфяной водитель машины с регистратором почувствовал себя невидимкой. Шофер на белой иномарке поворачивал налево и не заметил его. Автору видео пришлось уходить от столкновения. На загородной трассе водитель Калины не рассчитал маневр и едва не спровоцировал ДТП. Он выехал на встречную полосу и не успел вовремя обогнать фуру. На проселочной дороге владелец регистратора чуть не сбил гордого гуся. Пернатый переходил дорогу, а когда увидел автомобиль с камерой, вытянул шею и важной походкой продолжил путь. Сергей Пичугин, Михаил Вагин, место происшествия.